Наболевших вопросов у недропользователей накопилось немало. Одни поднимают их уже не первый раз, желая обратить на это внимание госорганов. Предприниматели в который раз пытаются донести, что при нынешних экономических условиях работают себе в убыток. Очень много у нас вопросов по социальной выплате местным бюджетам. Это у каждого в контракте означена цифра до 13 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Это те времена, когда экономика развивалась. Были прибыли хорошие. Сейчас в связи с кризисом немножко стало тяжело выплата этих ассоциаций. Предприниматели просят пересмотреть и законодательную часть вопроса недропользования. Они считают, что документ требует более тщательного рассмотрения. Несоответствие законодательства о недрах и земельного кодекса получается у нас нестыковка координат. То есть земельный комитет выставляет свои точки, недропользователь начинает работать по горному отводу. У геологов основной документ – горный отвод. Горный отвод – это координаты, которые государство дает на недра под землей, что находится. Госакт – это на поверхности земли. И получается нестыковка. Говорили на встрече и о нелегальных добытчиках. Занимаясь противозаконной деятельностью, они наносят в первую очередь ущерб добросовестным предпринимателям. Чтобы решить эти вопросы и прийти к единой системе, представители природоохраны прокуратуры, ассоциация недропользователей и специалисты областной палаты предпринимателей подписали меморандум о сотрудничестве. Правда, некоторые бизнесмены выразили сомнения, заявив, что толк от подписанного документа вряд ли будет. Хоть одно наше предложение, либо один острый вопрос, самый острый. Можем мы сказать, что мы решили за этими столами? Решаем. Вот в том-то и дело, что решаем, да. Мы не решили ни одного вопроса, потому что решение зависит не от нас. Мы выдаем свои предложения, основываясь на законных правах и на законности. На это природоохранные прокуроры ответили, что результаты непременно будут. Надо запастись терпением. В области сейчас действует комиссия в составе 13 человек, среди которых чиновники, представители ассоциации недропользователей и палаты предпринимателей. Они как раз и работают над решением системных проблем в сфере недропользования.